Здравствуйте, друзья! Меня зовут Арди. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Арди. Сейчас я хотел бы подвести общий итог уходящего года и рассказать вам, что я наконец-то чувствую, что я знаю английский язык. Была проделана большая работа над собой. Было много сложных моментов, но все они преодолены. Я очень рад, я счастлив, то, что у меня наконец-то нет того чувства, которое преследовало меня на протяжении всех лет обучения. Это больше 5 лет. Учу я язык самостоятельно, но, конечно, не обошлось без тех людей, которые мне помогали, поддерживали меня все эти годы. И последнее время. Здесь, конечно, нет ничего особенного, ничего такого сверхъестественного. Ну, что-то такое. Человек выучил английский язык. Миллионы людей изучают его. Десятки, сотни миллионов людей изучают английский язык и успешно изучают. Но мой случай несколько отличается от других. Во-первых, потому что мой возраст довольно для изучения языка такой пограничный, можно сказать. В этом возрасте много людей очень критично к себе относятся и всегда находят отговорки на то, что плохая память и так далее. Но второй момент — это то, что у меня тяжелое заболевание хроническое — рассеянный склероз. Да, у меня мой мозг, головной мозг, спинной мозг имеет поражение, многочисленные поражения. Конечно, это влияет и на память, но это стало еще одним стимулом. Я часто встречался, я читал и видел видео о способности мозга самовосстанавливаться, так называемый эффект пластичности мозга. И мне кажется, это работает. Изучение английского языка помогает мне держать мое мышление на хорошем, я так считаю, для моего возраста уровне и при моем заболевании. Это, конечно, радует меня, это воодушевляет, вдохновляет меня. И есть большие перспективы, я так считаю, что у меня есть большие перспективы для развития в будущем не только в сфере английского языка, но, возможно, и что-то я найду для себя другое. Я хочу сказать тем людям, которые хотели бы заниматься английским языком, хотят все-таки, я уверен, что хоть раз в жизни кому-то,
приходила мысль для того, чтобы выучить английский язык или любой другой иностранный язык, который нравится. А тем более английский язык. Это самый популярный язык в мире. Самый, ну не знаю, самый богатый. Нет, ну невероятно богатый. Красивейший язык. И, конечно же, много людей хотят его изучить. И я приглашаю вас в свою группу. Здесь вы найдете мою поддержку, если вы действительно хотите изучать. Приходите, не обязательно вливаться сразу в процесс обучения или там как-то, осмотритесь, посмотрите, если вы прокрутите в начальную стадию развития моей группы, то вы увидите, вы заметите и проследите, можете отследить вот этот путь, который вел меня ну, если не к успеху, но тому чувству, то, что я сейчас могу сказать, да, я знаю английский язык. Да? Этот путь был, конечно, непростой, было много не раз было желание бросить, оставить, но, к счастью, на моем пути встречались люди и сопровождали меня по всему, на всем процессе обучения. Особо я хочу сказать благодарность Валентине Розавиной. Ссылку вы увидите ниже. На профиль Валентины Розавина. Это настоящий профессионал своего дела, преподаватель английского языка, коуч, репетитор. Я не знаю, у меня большие сомнения, если бы не встретился, если бы Валентина не встретилась на моем пути, то я сомневаюсь, что я бы смог выдержать вот этот долгий путь. Приходите в мою группу, я вас постараюсь раскрыть все свои секреты, как я занимался, вдохновить вас, помочь вам точно так же, как и мне помогали. Раскрыть вам некоторые нюансы обучения. Поэтому я имею опыт обучения, я знаю, как обучаться. Это не открытие никакое, просто я почувствовал то, что именно только так можно двигаться вперед, и этот метод не только для обучения английского языка. Поняв вот этот процесс, вы сможете достичь любых успехов в жизни, осознав, как это все работает, как влияет на вас и на ваше на вашу жизнь, занятия, любимые занятия, чем вы занимаетесь, как это занятие становится любимым, то я уверен, любой из вас может достичь и успехов, и выучить английский язык, тем более. Здесь нет никаких огромных, больших секретов. Это просто, как вам сказать,
Это просто, простите, упустил мысль, получил уведомление и как-то упустил мысль, что я хотел сказать. Ну, не суть важна, все равно важно то, что у меня есть для вас то, чем я могу поделиться с вами, и то, для чего вообще нужно заниматься английским языком. Это даст, это дисциплинирует, это заставляет наш мозг, наш внутреннюю всю энергию направить в нужное русло и как-то сбалансировать вашу жизнь и направление в том, куда вы идете. Спасибо большое за внимание. Огромное спасибо еще раз, благодарность всем тем, кто меня поддерживал, кто меня сопровождает в жизни. Естественно, это в первую очередь своей семье, своей доченьке, своей супруге любимой, Валентине, всем своим друзьям, которые из нашей английской пятерки. Это секретная группа, я вам не расскажу. Все, кто причастен, хоть как-то причастен к моему развитию, кто даже, вы даже не можете и не подозревать, как вы мне помогли, но все равно даже те друзья, товарищи, которые приходили ко мне, например, помогать там по дому, как-то делать за меня мою работу, да, которую я сейчас не в состоянии физически просто делать, но и они тоже причастны к тому, что я все-таки смог пройти по этому пути, потому что они высвобождали для меня время, чтобы я занимался английским языком. Спасибо большое за внимание. С наступающим Новым годом! Вас желаю всего самого доброго. Пусть в вашей жизни всегда будет радость и счастье. Любимые интересы, друзья вокруг вас, родные, чтобы чувствовали всегда рядом с вами комфорт. И комфорт и удовлетворение. Обнимаю всех вас, очень вас всех люблю. До свидания. Bye-bye.